Буквально пару минут назад пришли печальные новости. Утром воскресенья, 8 октября, скончалась известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Ей было 75 лет. Она не дожила до своего 76-летия всего 2 дня. Об этом сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко. Ушла в вечность украинская певица Нина Матвиенко. В удивительном голосе артистки весь мир слышал украинскую душу, а ее легендарное исполнение украинских народных песен облетело весь мир, говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины. Там напомнили, что в 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства Нина Матвиенко получила звание заслуженной. В 1985 – народной артистки Украины. В 2006 – тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины. Смерть певицы – болезненная потеря для Украины. Выражаем свои соболезнования близким и коллегам. Светлая память. Подчеркнули в МКИП. Отметим, Нина Матвиенко начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Новый период творческой судьбе связан с работой в национальном ансамбле солистов «Киевская камерата», солисткой которого она становится с 1991 года. В 1975 Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературой. Творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе. Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга «Ось спашу Нивку широкую», которая вышла в 2003 году. В издательстве Украинского центра народной культуры музея Ивана Гончара. Известная авторка и исполнительница песен стала благодаря многим своим песням. Самые известные произведения Матвиенко, «Сила птах», «Дикий гус», «Покохал» и многие другие. Кроме того, Матвиенко тоже была актрисой. Она играла в телеспектаклях «Марусь Чурай», «Екатерина Белокур», художественных фильмах «Соломина и Калкала», «Пропала грамота» и радиоспектаклях. Светлая память артистки.